представляем новый блендер Braun MultiQuick с уникальной насадкой для замешивания теста. Давайте вместе приготовим густое тесто с помощью новой насадки. Благодаря этой функции блендера я могу приготовить тесто для пирога, пельменей, сырников, пирожков, оладьев, блинов или пиццы менее чем за одну минуту, даже не запачкав рук. С помощью новой насадки замешивания теста в блендере Braun MultiQuick приготовление блюд из теста стало простым, как никогда ранее. Итак, начнем. Для начала я вставляю новую насадку для замешивания теста в большую чашу-измельчитель. Затем я начинаю добавлять ингредиенты один за другим. Сначала я кладу одно яйцо и добавляю 100 грамм масла, разрезанного на 4 части. Далее насыпаю 200 грамм сахара и 250 грамм муки. Итак, все ингредиенты в чаше. Я просто закрываю крышку до щелчка, вставляю моторную часть и начинаю замешивать тесто на низкой скорости. Конструкция блендера предусматривает, чтобы все ингредиенты перемешивались равномерно, постепенно образуя однородную массу. По мере того, как смесь становится более густой, я увеличиваю скорость замешивания, а на последних секундах я включаю турборежим. Как только сформируется шар и тесто соберется в центре чаши, необходимо закончить перемешивание. И вот результат. С новым блендером Braun MultiQuick вы можете замешать тесто превосходной консистенции менее чем за одну минуту. Теперь ничто не мешает воплощать любые кулинарные фантазии.